Yeah.
Дорогие ребята, уважаемые взрослые, вот настал час новогодней сказки. Устраивайтесь поудобнее, слушайте внимательно. Приготовил я для всех ребят подарки. Кому книгу, кому лошадку, кому мягкую игрушку, кому новый телефон, а кому хлопушку. А еще у меня есть заветная чудесная снежинка, которая исполняет любое желание. Только вот беда, дедушка, перестали наши ребятки верить в чудеса. Знаешь, что они говорят? Чудес не бывает, чудеса бывают только в сказках. Не может быть, чтобы дети не верили в сказки и чудеса. Вот же сколько ребят в зале. Дедушка, а где же твоя снежинка? Да вот Снегурочка положил снежинку в какую-то книгу. Подарок для моего юного друга. И забыл в какую. Ну да ничего, волшебная снежинка обязательно найдется. На то она и волшебная. Давно такой мечтала. Смотри, Лиза, какие у меня машинки. В одном сказочном королевстве жил кукольных дел мастер Весельчак. Он ловко и умело мастерил разные игрушки и куклы, вкладывал в них душу и дарил мальчикам и девочкам. Когда заказов стало много, Весельчак создал механизм по изготовлению игрушек. И ярко упакованные коробки стали поступать в магазины. Куклы и игрушки, сделанные в королевстве Весельчака, были добрыми и веселыми, как и сам мастер. Но время шло, игрушек стало много, они приносили радость детям, и мастер Весельчак решил, что ему пора отдохнуть и заняться своими делами. И он передал свое дело племяннице Вишневой Стелле. Феликс, а ты веришь в сказки? Ну вот еще, сказок не бывает. Тебе не хочется попасть в сказку? Ну, если бы со мной были мои машинки, я бы обогнал дракона или самого быстрого коня. Ну и, конечно, победил бы какого-нибудь злодея. А то в сказках только девчонки туфельки теряют, да принцы вздыхают. А мне очень хочется узнать, кто же такой мастер Весельчак. Ах, если бы можно было сказать волшебные слова и очутиться там, где живут сказочные герои. Как бы я хотела помочь тем, кто находится в беде. Хорошо бы найти волшебный ключ, открыть им таинственную дверь. Ведь сегодня Новый год. А мне и здесь хорошо, с моими машинками. К тому же нас ждет новогодний ужин, игра в ребусы. Ты же любишь разгадывать ребусы. Да, люблю. Ой, а что это? Какая интересная снежинка. Как она сюда попала? Да, девчачьи забавы. А на ней какое-то заклинание. Энни, Бенни, Рики, Ди, сказка в мою жизнь войти. Лиза, что это? Что ты сделала? Я не знаю. Смотри, наши старые куклы Бонни и Джонни. Они же лежали в коробке под кроватью. А кто оставил ключ? Интересно, а что этот ключ открывает? Может, он открывает волшебную дверь, как в сказке про Буратино? А может, нужно потереть ключ, как лампу в сказке про Аладдина? Или посвистеть в него, как в сказке «Три толстяка». Смотри, Феликс, на ключе что-то написано. Какой-то ребус. Обожаю ребусы. Странная надпись. В сказку ты скорей войди, стрелку лишь переведи. Феликс, мы с тобой сможем попасть в сказку. А какую стрелку нужно перевести и куда? Стрелку часов на 12. Это самое волшебное время. 12? И что будет? Не знаю, но надо попробовать. Вернемся на место. Не страшно. А мне совсем не страшно. Мне даже интересно. Лиза! Феликс!
дети, сами бы сидели под кроватью. Согласен, моя дорогая. Ой, Джорни, смотри, королевство радости, это же наша родина. Меня сделали на фабрике мастера-весельчака. Я рад, моя дорогая, мы возвращаемся на родину. Жить в коробке со всяким мусором не так-то весело. А вы кто? Джорни, посмотри, они нас не узнают. Я Бонни, тряпичная кукла. Меня когда-то тебе подарили. А я Джорни, друг Бонни. Меня тоже подарили, Феликсу. Вы ожили? Значит, мы находимся в волшебной стране. Позвольте крутить мои стрелки и даже не замечать меня. Да-да, это я. Тик-так, тик-так. Игрушки вам на бал пора. Тик-так, тик-так. Пришлите, пойте до утра. 12 час. Спешите, мы торопим вас. Тик-так, тик-так. Часы старинные поют. Тик-так, тик-так. На праздник всех друзей зовут. На сказочный бал. Ночной веселый шумный бал. Мистер Час! Зачем мы здесь? Нам не разрешают без спроса уходить из дома. Феликс, это же так интересно. Может, кому-то нужна наша помощь? А правда, зачем мы здесь? Последнее, что я помню, это меня запихнули под кровать. Меня тоже, моя дорогая. А мне чуть не оторвали стрелку. А мы нашли ключ. Может, кто-то скажет, что здесь происходит? Мы в волшебной, сказочной стране. Но ведь сказок не бывает. Это просто сон. Значит, ты в моем сне, а я в твоем. Мистика. Смотрите, указатель на три королевства. Город сломанных игрушек. Феликс, нам туда. Ведь на ключе был ребус, и мы его отгадали. Мы должны найти того, кому нужна наша помощь. Чтобы кого-то или что-то найти, нужно это что-то потерять. Или нанять какого-нибудь сыщика. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь в драке, дружусь я как пчела. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes. Добро пожаловать в страну кукол и игрушек. Направо пойдете, попадете в город сломанных игрушек. Налево пойдете, увидите страну Ленивию. А прямо это путь в королевство радости. Я сыщик, ищи свищи, и я должен вас всех пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, начинаем мы считать. Детей 2, кукол 2 и будильник 3. Простите, как вас зовут? Ищи свищи. Это понятно, мы ищем того, кому нужна наша помощь. А как ваше имя? Еще раз объясняю для непонятных. Ищи-свищи – это мое имя. А, я Лиза. Я Феликс. Вы просто туристы. А куклы при вас – это просто статисты или артисты или баскетболисты. Какой странный сыщик. А, это будильник. Похож на светильник. Позвольте. Простите, на холодильник. Позвольте. Меня зовут мистер Час. Мистер Час? Мне сейчас не до вас. Скажу сразу, город сломанных игрушек и Ленивию не рекомендую. А вот королевство радости. Бывал я в разных странах, если захочу. Моска или рада, я всех разоблачу. Как мышь, как собрание, плыву как камбала. Может, он нас куда-то зовет? Товарищи, ладно. Ой, не надо по мне карабкаться. Ой, я же будильник, а не дерево. Вот твой ключ. Мистер Час, мы найдем ключ и догоним вас. В нашем королевстве терпеть не могут бурундуков. Они почти как мыши. А на мышей у нас везде стоят мышеловки. Наша госпожа Вишневая Стелла
ждет вас. Ждет? В путь. Неужели мы в сказке? Ну ведь сказок не бывает. Это какая-то инсценировка или квест. Это сказка, Феликс. Идем. Невесомы, как пушинки, а зовут их все Снежинки. Они на елочке растут, их собирают мишки, их часто белочки грызут. Но что же это? Шишки! Что-то с крыши вниз свисает, и в мороз совсем не тает. Симпатична крохотулька, а зовут ее Сатулька! Все работает! Ура! Здесь какой-то замок и надпись. Откройте замок ключом доброты, и сбудутся многих мечты. Феликс, этот ключ был у меня в руках, но его утащил Бурундук. Мы должны найти ключ, открыть замок. Тогда добрые игрушки снова будут в каждом доме. И сбудутся мечты многих. Исполнится мечта Вишневой Стеллы. Она снова будет делать игрушки. Моя мечта — раскрыть сказочную головоломку. А ты, Феликс, сразишься со злодеями. А у меня тоже есть мечта. Я хочу попасть на новогодний праздник к Дедушке Морозу. Как я буду сражаться со злодеями, если у меня нет помощников? Станок опять заработает. Мы снова начнем делать игрушки, как в старые добрые времена.
Спасибо вам, умные дети. Вы поможете мне, а я помогу вам. Я дам вам в помощь своих злючек-колючек. Погодьте, злючечки, злючечки-колючечки. Грызуны нам не страшны и будут все поддержаны. Живут в городе сломанных игрушек. Они портят все вокруг. А как туда пройти? Дорога лежит через страну Ленивию. Мы отправимся туда. С моими злючками-колючками вам бояться нечего. Ах, вы спасаете наше королевство радости. Счастливого пути! Мы будем ждать вас. Ищи, сыщи. Я велела тебе найти ключ, а ты мне приводишь каких-то детей. Да они еще и без ключа. Ваше вишневое превосходительство. От этих бурундуков нет спасения. Заполонили все королевство и тащат все подряд. Ты сыщик, значит, должен все искать и находить. А иначе зачем ты мне нужен? Виноват, ваше вишневое превосходительство. Всех найду, всех пересчитаю. Как только дети найдут ключ, его надо принести мне. Я открою замок, станок заработает, я буду делать... Залючек, колючек, и завоюю все сказочные королевства. И тогда я буду самой могущественной правительницей кукольной страны. Все добрые куклы должны быть уничтожены. Мастер-весельчак должен сидеть в темнице вечно. Никаких игрушек, никаких радостей, никаких праздников. Слушаюсь, ваше вишневое превосходительство. Я такая злющая. Ведьма всемогущая, что никто мне не указ. Если мне захочется, сказка ваша кончится прямо здесь и сейчас. Вы убеждены сейчас, что оберегает вас ваша дружба и любовь. Я же так не думаю, скоро брату мою жизнь докажет вам вновь. Дружба, любовь, это смешно, это узнать. Не отставайте, мистер Час. Мы должны обязательно вернуть ключ. Я очень стараюсь не отставать, Джонни. Но у меня совсем не получается. Где же наши друзья? Джонни и мистер Час. Джонни! Ау! Мистер Час! Ау! Откликнитесь! Ну, где же злодей, с которыми я хотел сразиться? Рус-рус! И ключ у нас! Смотрите, вот наш ключ! Бурундук, отдай сейчас же ключ! Нам нужно починить станок для производства игрушек! Ах ты, Маришка, еще и дразнишься! Эй вы, злючки-колючки, схватите этого полосатика! Не страшны микробы нам, мы как сталь закалены, и будут все побеждены. Колючки, уничтожить всех мышей! Нет, не нужно! Смотрите, бурундучок плачет! Давайте отпустим их! Но тогда они будут вредить! Может, он знает, где наши друзья, Джонни и мистер Час? Как тебя зовут? Пушистик. Скажи, Пушистик, ты видел наших друзей? Они побежали за тобой. Они далеко?
Где же они? Нам надо в другую сторону. Мы должны вернуться и починить станок. Пушистик что-то знает. Мы пойдем за ним. Нет. Он уже обманул нас. Завел в эту сказочную глушь, украл ключ. Но это не наш ключ. Тем более, он обманщик. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы считать. На детей я посмотрю и всех быстро помирю. Не ссорьтесь, деточки. Я решу ваши проблемы. Я гениальный сыщик. Вы нашли ключ. Давайте его сюда. И я передам его госпоже Вишневой Стелле. Она будет довольна. Этот ключ мы нашли у себя в комнате. Значит, он будет у нас. Правильно, Лиза. Ключ будет у нас. Я не понял. Это что, бунт? Злючки-колючки. Отнять у них ключ быстро. А то вы его потеряете. Мы его не потеряем. Нам приказано охранять, а не отнимать. Ух, да поголовые. Тогда проводите детей отдохнуть. Нет, можно. Мой первый план не удался. Переходим к плану Б. Эй, вы, дети, вы мне поможете отнять ключ у Лизы и Кольца? И не надо, без вас справлюсь. Бонни, Лиза, Феликс, где вы? А, вот ты где, отдавай наш ключ. У меня нет ключа. А где же он? Этот ключ открывает дверь подземелья, где томится мастер-весельчак. Это он передал мне ключ. Его племянница, Вишневая Стелла, захватила власть, выгнала его и обманом заманила в темницу. Она приказала своим слюкам выкрасть у детей всех кукол мастера-весельчака. А на его станке она будет делать злючек и колючек. Добрые куклы-игрушки находятся в стране Ломалии. Им никогда не выйти оттуда. А почему ты сам не откроешь темницу весельчака? Ключ становится волшебным только в руках добрых и отважных детей. Им они смогут починить любой замок и открыть любую дверь. Надо бежать за ключом и выручать наших друзей. Я покажу вам дорогу. Я уже слишком стар, чтобы бегать за бурундуками, юными детьми и искать, так сказать, волшебные вещи. Оставьте меня здесь, я буду ждать вас. Я не брошу тебя, мой друг. Я так думаю, что когда сломался станок, все в нашем кукольном королевстве и вернулось, так сказать, перепуталось. И ежели ничего не восстановить, то будет большая беда. Не теряйте времени. Меня тоже сделали на фабрике мастера весельчака. Но это было очень давно. Когда он прилаживал эту стрелку, он сказал такие слова. Секунда, минута, час. Что-то волшебное или доброе сплотит вас. А вот что? Я уже не помню. Возьмите эту стрелку. Может, она вам пригодится. Спасибо, мистер Час. Мы обязательно найдем друзей, ключ и вернемся за тобой. Счастливого пути! Говорю, что...
А давай-ка мы с тобой песенку споем. О, сударыня, вы верно согласитесь, что лениться хорошо, как никогда. Право, сударыня, скажу, я и правда нахожу, что работа мне сегодня не мила. О, сударыня, скажите, а чего? Право, сударь, может быть, это можно объяснить. Утром скука, а к ночи спать пора. Как приятно и забавно, хорошо мне с вами. Эй, бездельники-дармоеды, кто хочет поработать? А что такое поработать? Поработать — это активно отдохнуть. Меня пугает слово «активно». Сюда направляются гости. Надо сделать так, чтобы они навсегда забыли свои проблемы и спали, спали, спали. Раз, два, три, четыре, пять. Должны дети долго спать. Утром спать, днем, ночью спать. А я буду всех считать. Обожаю гостей. Готовим наши лучшие подушки, успокоительный чай и колыбельную песенку. Когда они уснут, возьмите у них ключ. Они его украли и хотят этим ключом всех жителей Ленивии закрыть в темных чуланах. А что он открывает? Это не ваше дело. Выполнять задание. Здравствуйте. Я Лиза, а это мой брат Феликс и наш лучший друг кукла Бонни. Мы ищем наших друзей Джонни и мистера Час. А еще мы нашли ключ, который украл Бурундук. Вам надо с дороги отдохнуть. Я с удовольствием предложу вам место для отдыха, вкусный чай и пирожные с фруктовым джемом. Спасибо большое, но нам надо идти, мы торопимся. Лиза, ну почему мы всегда должны торопиться? Отдыхают даже супермены. И я хочу попить чаю с пирожными. Я проголодался. Хорошо. Немного отдохнем и отправимся в путь. Обожаю таких детишек. Гаврюша, подай сюда чай, пирожные, подушки и музыку. Гаврюша, что это за музыка? Марш, моя свинюша. Колыбельную играй, дуралей. Слушаюсь. Уснули. Прекрасно. Гости напились чаю и спят, как суслики. Так они проспят неделю. Ах, как хорошо я все сделала. Пойду поленюсь. Гаврюша, за мной. Синюш, надо взять ключ и передать его сыщику ищи. Какой красивый ключик. Гаврюша, а давай сотворим наше любимое сказочное свинство. Оставим этот ключик себе. А что мы дадим сыщику ищи? А сыщику мы отдадим другой ключик. Смотри, сколько ключиков и безделушек осталось от нашего беспредельного свинства. Свинь, мы с тобой самые лучшие свинари и жинари. Ты мой Гаврюша. Ты моя свинюша. А что нам делать? Все заснули. Мы перенесем их в королевство сломанных игрушек и посадим в темницу к мастеру-весельчаку. А кукла Бонни? Все куклы должны быть уничтожены. Так сказал наш гениальный сыщик ищи. А что нам сейчас делать? Мы выполнили приказ. Теперь можем идти. А куда идти? Не знаю.
знаю. Давай пойдем куда-нибудь. Пойдем. Все спят. Эй, проснитесь. Лиза, Феликс, Бонни, Бурундучок. Они не просыпаются. Наверняка их напоили сонным чаем. Теперь они будут спать неделю. Их нужно немедленно разбудить. Но как? Придумал. Надо устроить большую игру. Ребята, вы мне поможете? Давайте раскидаем все подушки. Может, мы сумеем разбудить моих друзей. Мы должны спасти мастера весельчака. Ключ открывает дверь от темницы. А этот бурундучок наш друг. Бежим, по дороге вам все расскажу. Постойте, а где ключ? Я хорошо помню, что держала его в руках. Я не могла его потерять. У нас его украли. Кто его мог украсть? Ребята, вы видели, кто украл ключ? Свинюша и Гаврюша? Какие сказочные братья. Зачем нам нужен ваш ключ, если мы не знаем, что он открывает? И вообще, что здесь происходит? Почему мои подушки разбросаны? Вообще, такой беспорядок. Вы просто свинство. За то, что вы здесь учинили, мы вас не выпустим. Вы наши пленники, понятно? Но нам надо идти. Никуда вы не пойдете. Бежим, ребята. Я несчастная свинка. Мы так одиноки. Все нас бросают. Мы стали такими ленивыми и сонными от одиночества. Ну так не нужно лениться. Надо делать по утрам зарядку. А можно ее и днем делать. А если хотите, то и вечером. Что такое зарядка? На зарядку становись. Музыка! Ты здесь, я здесь, я тоже здесь, и я. Мы сможем прыгнуть вещи, сесть и даже спеть ля-ля. И я, мы можем закружить. Как хорошо на свете жить, хорошо на свете жить. На свете жить, ля-ля. Ох, сколько у меня энергии! И у меня. Спасибо вам, друзья. Идите, мы вас отпускаем. До свидания! До свидания! Да, я чудак, кукольный маг, я мастер миражей. Счастье мое детям радость дарит, мира нет вжить. Случилось несчастье, тюрьму заточен я, племяннице своей. Стой! Кто идет? Ключ! Но у нас нет ключа. Мы ищем мастера весельчака. Если у вас нет ключа,
Значит, вы не можете пройти наш город. Если вы люди, идите обратно. А если вы толпы, проводите. Мы можем пройти в город, все выясним и вернемся. Ждите нас! Все игрушки мастера Весельчака будут сломаны, уничтожены, заперты. Лиза, Феликс, помогите! Что же делать? Я проведу вас. В стене есть глаз. Мастер Весельчак, это вы? Здравствуйте, мои маленькие друзья. Вы нашли меня. Мастер Весельчак, я так хотела с вами познакомиться. Я так хотела вам помочь, но... Я потеряла ключ целых два раза. Мы не сможем открыть эту дверь и освободить вас из темницы. Пропал мистер Час. Джонни и Бонни схвачены и находятся в плену у Злюк. Я никому не смогла помочь. Мы никому не смогли помочь. Лиза, мы все делали вместе и вместе должны все исправить. Феликс, ты меня поддерживаешь? Конечно, Лиза. Дорогие дети, вы сможете преодолеть любые преграды. Ведь у вас в руках волшебная стрелка. Смотри, Лиза, на ней что-то написано. Секунда, минута, час. Добрая объединит всех нас. А что добрая? Может, сказка? Или игра? Лиза, я думаю, что это песня. Добрая песня объединит всех нас. Надо попробовать. Мастер Весельчак, что нам делать? Ведь наших друзей нет с нами. Смотрите, сколько у вас друзей в зале. Ребята, вы нам поможете? Мы положим нам друзьям. Все мы делим пополам. И картинки, и снежинки. Пополам, 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 пополам. И картинки, и снежинки. Пополам, 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 пополам. Мы положим нам друзьям. Мы делим пополам, и снежинки, и слезинки. Пополам, 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 и снежинки, и слезинки. Пополам, 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 пополам. Песня помогла! Спасибо, ребята! Вы настоящие друзья! Ребята, отправляемся в королевство радости! Ваше вишневое превосходительство, вот, волшебный ключ. Я лично его отобрал у детей, чтобы передать вам. За хорошую работу я тебя награжу. Но сначала открою замок, сделаю кукол за люк. Потом я уничтожу все игрушки и мастера весельчака. Ключ наконец-то у меня. Я буду хозяйкой фабрики игрушек. Теперь... Дети будут получать в подарок только моих злюк. Но дети на Новый год всегда получали елочные игрушки. Их вы делать не будете? Самая лучшая елочная игрушка – это я. Она так и будет называться. Маленькая фарфоровая вишневая Стелла. Для производства меня мне понадобится много фарфора. Распорядись, ищи свищи. А что делать с детьми? Детей я сделаю своими слугами. Только пусть подольше поспят. Будут сонными, послушными. Проследи за этим. И будут потом раскрашивать меня. Красивую. Слушаюсь, ваше вишневое превосходительство. Остановись, вишневая Стелла. Не поворачивай ключ. Нельзя, чтобы все дети остались без добрых игрушек. А зачем этим противным детям добрые игрушки? Все дети злые и ленивые. Вот Лиза и Феликс. Все время ссорятся. Оставили своих друзей Бонни и Джонни. Постоянно теряют вещи. Но они очень добрые дети. Если вы назовете хотя бы три положительных качества этих детей, может быть, я передумаю. Они научили нас делать зарядку. Они изготовили все ребусы, чтобы починить станок. А еще они очень смелые и хорошо поют. Подумаешь, петь и я умею. Вы меня не убедили. Что такое? Станок не работает, ключ не настоящий. Какое сказочное свинство! А где же настоящий ключ? Люди, слушайте.
Мы так любим всякие там штучки, не удержались и поменяли ключи. Какие звери! Мастер Весельчак, вот настоящий ключ. Возьмите и простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Мы снова будем делать добрые игрушки и подарки для всех детей. Здравствуй, мастер Весельчак. Рад, что у вас все хорошо. А то Новый год близко. Надо, чтобы добрых игрушек хватило всем нашим ребятишкам. Запускай свой станок. Лиза, Феликс, вам понравилось в сказке? Конечно! Мое желание уже сбылось. Я познакомилась с мастером Весельчаком и нашла новых друзей. Но очень прошу освободить Бонни и Джонни из плена. Твое желание, Лиза, конечно, исполнится. Все куклы будут свободными. Феликс, а у тебя есть желание? Дедушка Мороз, можно сделать так, чтобы ко мне вернулись все старые игрушки? И чтобы не было злюк? Конечно, Феликс. Старый друг лучше новых двух. Дедушка Мороз! А наше желание ты исполнишь? Мы не хотим лениться. Мы хотим учиться и вести активный образ жизни. Пусть ваша страна ленивее станет страной спортивней, где все желающие смогут заниматься спортом и играть в активные игры. А я тоже могу надеяться, что мои желания исполнятся. А ты, Вишневая Стелла, должна будешь починить все игрушки, сломанные тобой и твоими злюками. Вот тогда и поговорим. Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы рядом были самые родные, люди сердцу дорогие. Детям сладостей три горки и отплясывать на елке. Всем желание загадать и о сказочном мечтать. Всем на радость горсти смеха, плюс бочоночек успеха. Черпачок больших событий, пять чемоточек открытий. Сказок сотни в детский сон, капель дружбы миллион. Я желаю всем вам навсегда оставаться детьми, верить в сказку, чудеса и добро. И тогда волшебство непременно войдет в вашу жизнь. Желаю всем благополучия, такого же полного, как мой мешок с подарками. Желаю всем удачи, такой же сильной, как новогодний мороз. С праздником! С Новым годом! Когда пришел год на горах,
приготовили. А он пока отдохнет. Он очень устал. Дедушка. Тихо, родители. Я загадаю в Новый год здоровья всем на свете. И пусть веселый хоровод приносит радость детям. У всех есть важная мечта, так пусть осуществится, чтоб улыбкой неспроста сияли ваши лица. Пусть Новый год, как старший брат, от всех невзгод укроет. И счастьем будет он богат, и смех умножит втрое. Скоро будет Новый год, горит огнями елка. Наш праздник нам, друзья, ждать совсем недолго. За окошком снег идет, воет громко вьюга. И встречают люди Новый год и ждут большого чуда. Ну еще будет кто рассказывать? Я! Скоро-скоро Новый год, в гости Дед Мороз идет, детвора кричат «Ура!», елку наряжать пора. Нет пушистый, нет чего-то, отряхнемся, побежим. Мы веселые ребята, от мороза не дрожим. Мальчики, а вы знаете? Или они девочки только знают? Выходите, скажите, рассказывайте. У меня к тебе вопрос. Как найти мне те леса, где творятся чудеса? Где ты сам живешь, скажи? Где лицо мне покажи? Мне летит и мне известно, но ужасно интересно. Ай, Кого, мне тебя не чаку. Ты Мороз мне принесет, куда обязательно. Потому что Новый год желание встречается. Он слышно закрыл. Желание встречается. Егор, иди. Вот часа 12 лет начинает салют за одну сыграл, но он просто учится танцой, вот и получает. Что желание загадали? Придется приучиться, чтобы все что-то. Ведь Мороз ко мне идет, как же адрес мой найдет? Знать код от домофона или в лес на балкон? Или в пещеру где проберется только ко мне? Может быть, открыть окошко, подождать его немножко? Пока думал так, узнал, что случайно задремал, а дедушка Мороз ночью не сидит. Елки, шарики, игрушки, сладкие совы, мишура, фейерверки, хлопушки, на елочке нельзя. Мы под руку Дед Мороз вводим дружный хоровод. Огоньки горят на окнах, здравствуй, здравствуй, Новый год. Подарков много. Много будет. Друзья, людей свои. Ура, когда на сразу все не покататься. Слишком это радостно бросать. Но хорошо, что на берегу. Каникулы нам принесет. Мой брат меня перерос. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верю, но тут сама открыл дверь. И вдруг я вижу, ходит дед, он с бородой в тулуп одет. Тулуп на самых тат, он говорит, а елка где, а дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит посыпанный снежком. С пушистой шапки дед, а старший брат ходит тайком. Да это на что, сед, как ты не видишь? Нос похож на руки и спина. Я отвечаю, ну что ж, а ты на бабушку похож, на чё за меня, а? Ну что, дорогие мои, вы устали? Нет! Ну давайте тогда повеселимся. Да! Отстрелитесь, давайте, 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 дав
летом в гости приходил, и подарки детям я приносил. А вчера я был в ладошке, заморозил ему ножки. Вчера я был у Илюшки, заморозил ему ушки. Вчера я был у Леночки, заморозил ей коленочки. С ней играл я в догонялочки. Елка, иголки, тонкие иголки, от пеньки с малиной.
Yeah.
Загрустим, то без дела не сидим. Мы спешим на улицу, чтоб скорее зажмурить.